Глаза. 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 Интересно, это же крючок. Ой, мама. Где мама? Дома. Я за нее. А папа? Нет, просто для чего это бросить? Пожалуйста. А сегодня в Москве открывают Ирина Кулина. Давайте вам этот наш проход, освещаем. Давайте мы его посвятим, скатить. Вы все его не знаете, и не прям так назвать его, например, клоунство. Обращайте внимание на яркий, видите, здесь талантинный, сталагмит, на тех, видите, камень. Вы про них слышали, вы не читали? Вот видите, центр градусов была, пропускная инсекционная красивая. Вам посвящал полку, будет видеть, мне помогут тоже. Здесь вход будет небольшой. Потому что он слишком здоровый, но ходы маленькие, которые называются шкуродер, их проходишь, а потом опять огромные ходы. И огромные залы. Ну, может, пугать не нужно, я сейчас даже не слишком жарко. Пусть себе живет. Вот такая наша еще одна маленькая прогулка. А дальше мы с вами, ну, когда-нибудь сходим. Здесь пещеры побольше. Но это, кстати, большая, не так большая. Здесь ходов вот таких вот явно хорошо проходимых 280 метров. Одного хода. И, значит, если считать боковыми, то получается около 1,5 километра. Проходимых вот так нормально. А есть еще шкуродеры. А есть еще, вот мы с вами прошли с той стороны, сифон. Вы обратили внимание? Вот, видите?
там вода. Если туда поднырнуть и пройти через эту воду, пронырнуть через эту воду, там снова будут залы, ходы. Не видно. Ну, вы загляните, посмотрите. Прошу прощения. Давайте я сейчас выйду, чтобы сзади опять быть впереди. На сегодня. Дальше еще какие-то свои там дела. Вот здесь кто-то сидит такой подземный, царь какой-нибудь. Братище, это тоже сотни метров, может быть, ходов. Никто в пещеру не имеет, лучше на самом конце. Ну что, еще немножко постоимся, да? Хорошо. Хорошо, да? Я думаю, что там на выходе, если вы будете выделиться полно, отбить, их можно будет, наверное, взять на память. Сталактит. Это скорее всего сталактит. Сталактит – это пальцы. Ну, давай выкинем. Здесь есть гипс. Гипс, потом здесь есть ниши, в которых можно пещерный жемчуг. Ну, вообще... Здесь неплохо. Тут тоже где-то должен быть вход, я помню. Откуда вытекает комната? Вот там, он зарыт сейчас. Вот если вот эти вот ходы раскопать, то готовы можно идти вот туда внутрь. Потому что это просто нападало.